Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, продолжаем проходить игру Redeemer или Возмездие. Ух ты! Хорош ты! Что творит, а? Ну давай тогда устроим здесь пляски. Так, хорош нафиг, успокойтесь, блин. Смотри, что творят. Ну, да будешь ты бить-то у меня в конце-то концов. Так, хорош тут заломы делать свои, а. Готов. Да, неплохо меня здесь покромсали. Ну-ка нафиг, что у нас здесь есть? Ничего хорошего, кроме бочки. Да, быстро-быстро, конечно, меня здесь разобрали. Очень мало осталось ХП. Да тут ничего нету, елки-палки. Так, смотри, что тут творится, а. Опа-на. И застрелил монаха. Так, ладно, будем с вами. Может, это лучше, что там не успел прочитать. Иди сюда. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Блин. Да давай ты убегай, ё-моё. Так, теперь иди сюда, урод. Буду тебя учить жизни. Ха-ха-ха, неплохо. Ну, давай. Вот это другой разговор. Ух. Да, мясо тут, конечно, нехилое, если честно, происходит. Давайте возьмем стул. На, получи стулом, блин. А теперь вот так. Добили. Вот этот чувак мне не... Да хорош, бежит, 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 бежит у нас. Со стволом причем, ребята, здесь. Ну-ка. На, блин. Получи. Так, надо взять пистолет. Ну что же, давайте вот этого, наверное, с вами шибанем. И сделаем мы это сейчас втихаря со спины. Смотрит, высматривает. Давайте-ка. Вот так вот будет оно лучше и безопаснее для нас. Кто опять тут? Как бы нам теперь вот этого-то шлепнуть, а? Втихую. Погодите, здесь еще кто-то стоит. Вот это будет другой разговор. Так, ну что? Давайте вот этого как-то... Но он пропаливает. Чё, здесь без шума никак не обойтись. Чё ты тут еще строчишь мне, а? Ёлки-палки, я никак не мог тебе помочь. Прости. Так, чекпоинт. Куда нам лучше идти, сюда или сюда? Вот в чем вопрос-то. Ай, даже и не знаю. Здесь их тоже очень много. Смотрите, вот эти вот чуваки. Вот, напротив которого я сейчас стою. Совсем другой костюмчик у них. Давай, 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 беги сюда. Оу-оу-оу-оу. Да хорош. Дай нож возьму. Довольно быстро я с ними разбираюсь. Нож, конечно, это хорошая вещь. Обалденный просто дамаг наносит. Ну где вы тут? Уроды, идите сюда. Интересно, получится мне вот это вот со спины шибануть? Причем я смотрю, он здесь с винчестером, что ли? Походу дела, да. Ну я его сейчас со спины по Шурику. Да, не получилось, к сожалению. Ёлки-палки, сколько вас тут? Кончилось, кончилось у меня все. Ё-моё, быстрее сматывайся. Так, 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 вот, вот, вот у нас тут пистолеты. Нагрел я их всех. Успел, так скажем. Фух. Опа-на, вот, ребята, и дробовик. Давайте его испробуем.
Слушайте, тут еще, я смотрю, топорики есть. Давайте возьмем топор с вами. Блин, вот я не знаю, куда надо идти. Вниз или вверх? Ну давай, выходи, я тебя жду. Замечательно. Так, и у меня всего один патрон остался от дробовика. Выбиваем дверь. Так, и здесь у нас... Оу! Ну давай, выходи, я тебя жду. Ну что же, справился я. Не махай на меня и не выставляй оружие, блин. И все, что ли? Здесь ничего больше нету? Печалька. Давайте возьмем бочку. Да когда ты бросаешь игру, взять бочку и пойдем с ней. Ну, где кто? Никого пока не вижу. Блин, зря таскал только, а. Так, чекпоинт, ребята, у нас очередной. Я с топором. И вижу первую жертву. Давай, иди сюда. Что, потерял? Собака. Ну что ж, придется тебя по-тихому убрать. По-тихому это называется. Да куда ты делаешь? Как, какие ворота могут быть, блин? Фу, главное, забомбил. А, это монах мертвый. Я думал, что он живой, я его успею спасти. Да. А вышла ошибочка. Ну а здесь у нас кто? Ну давай, иди сюда, я тебе сейчас топориком-то вскрою. Возьмем пистолет. Тихо, тихо, тут кто-то у нас просекает. Черт, вот только тебя тут не хватало. Блин, и топор закончился. Все как-то не вовремя. Вот так вот. Переломал ему хребет. К ядре не фени. Так, здесь у нас что? Стул. Возьмем стул. И вот этого сейчас нагреем. Черт подери, я не видел, что тут этот стоит. Теперь моя очередь. Да хорош, успокойся, а. Ха-ха, готов. Так, еще беру стул и иду. Блин, мне нужен не стул, мне нужно оружие, ребят. То уже практически на исходе было. Ух. Давайте ломать двери. И выбегает, выбегает. И он меня что, неужели он знает, где я тут нахожусь? Какого леша, ты же меня даже не видел, блин. Во, малорик Вася сделал свое дело. Давай возьмем вот этот стульчик и... Погоди-ка, а сюда, что я пришел-то? Тут тупик. А, нет, вот здесь, наверное, можно обойти. Черт, мне вот этот не нравится. Ядрить его на корень, запалил. Сматываемся нафиг. Ё-моё, сколько вас там, а? Черт подери, ребята. Просто засада полнейшая. Куда, куда, куда бежать? Бежать-то больше некуда. Готов, один готов. Ё-моё, да ты чё, хорош. Сейчас меня здесь заколбасят. Нихера, блин, такая толпень. Ну-ка, заново, с чекпоинта же начнем, да? По идее, должны оттуда именно начать. Да, именно отсюда. Хорошо, хоть не так далеко. Фак, что делать-то? Давай, беги сюда, мне нужен твой пистолет.
Да куда ж ты бьешь-то, ё-моё. А чё не добил-то? Вася, ё-моё, ну так не делаются дела-то. Отлично, добили. Ух, да тут просто жесть какая-то. Начиналось все легко и просто. А закончилось довольно нелегко все. Чё ты машешь мне здесь, упырь, а? Надо все здесь делать втихаря, ребят. Как можно тише. Вот этого, например, я могу со спины сейчас убить. Втихую. Замечательно. Так, а этого я, наверное, сейчас стулом-то я грею. Ё-моё, он услышал, да? Он меня услышал и гонится теперь за мной. Так, так. Черт, он меня еще повалил, а? Да вставай ты, Вася, быстрее, ну. Неплохо. Блин, ну теперь у меня даже ничего нету. Хотя тут лежит шокер. Ладно, будем бегать с шокером. Если я не ошибаюсь. Если я, ребят, не ошибаюсь, вот здесь вот будет у нас заварушка. Так, у меня дробовик. И это хорошо. Получил свое чмо. Так, и где... Ага, вот здесь, по-моему, да, был самый массовый кипишняк. Да как так быстро закончились патроны-то? Ё-моё, вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Иди сюда! Надо этого добить, охламона. Собака что творит, а? С дробовиком, блин, а? И не пробивается причем ничем. На. Ух, жестяк. Слушайте, а по ходу дела они тратят патроны, и мне остается только то, что в обойме, да? Вот он два раза выстрелил, и 4 патрончика всего осталось. Надо нож взять. Хорошая вещь, пригодится нам в дальнейшем. Так, опс, кто-то там ходит. Давайте возьмем стул на всякий случай. И будем здесь втихаря. Че он тут ищет, я не понял. Ты в порядке? Я оказался не тем, кто им нужен, но в остальном в порядке. Что ты имеешь в виду? Кто им нужен? У них было какое-то сканирующее устройство. Я и Лакпа не подошли по параметрам, но остальных они взяли живыми. Ты знаешь, где сейчас Мастер Лэй? Он должен быть в храме с остальными. Я иду туда. Через руины под монастырем будет быстрее всего. За шкафами есть старая лестница вниз. Спасибо. Спрячься где-нибудь. Скоро все закончится. Будь осторожен, брат. Ага, вот оно что, ребята. Ну что же. Нам надо идти туда, хотя я там не всех добил. Ну что ж, ничего не поделаешь. Да ты будешь скрывать ворота-то. И мы с вами идем под монастырь. Так скажем, в тихий омут. Ну что же, давайте, ребята, тогда спасать нашего мастера Лэя, или как там его звать. Так, возьмем пушку. Ну, этот, наверное, у нас будет следующий конкурент. Иди сюда, куда там побежал. Замечательно. Что у нас здесь? Да... Оу! Да ладно вам, ё-моё, блин, я же ничего... Ни шума, ничего не делал. Блин, у меня хпшек-то уже не осталось. Да будешь ты добивать-то его, все. Фу, что это такое? Винтовка какая-то новая. Ладно, давайте здесь
Ну, выходи, олух. И ты тоже получи. Получил, называется. Ха-ха, из-под тишка зарезал. Ух, хотя бы так. Так, здесь у нас что? Здесь ничего нету. Да ладно, блин, да как же вас тут всех заметишь тут, а? Давай, иди сюда, выбегай. Получил, урод. Черт, еще один бежит. Готов. И готов. Ух. Так, винтарь взяли какой-то. Ну-ка, что у нас тут? Опять их тут шабла целая. Один есть. Дай-ка возьму бочонок. Фак, он меня палит. Ну что ж, давай, выбегай сюда. Получил. Черт. Не, дайте мне нож. Так, и оружия у меня вообще никакого нету. Пойдемте с вами сбегаем сюда. Тут должно быть полно его валяться. Дробовик с одним патроном. Много... Оу! Готов? Я позаимствую у тебя дробаш твой. Он будет мне нужнее. Так, здесь что такое? Здесь ровным счетом ничего. Опа, подожди-ка, свиток какой-то. Найден был свиток. Ладно, давайте с вами дальше продвигаться. Здесь все тихо. И здесь все тихо. Походу дела, я здесь всех вырезал. Ладно. Так, нож. Возьмем вот этот. Так, 4 патрона, значит, у меня в дробовике. Ножик есть. И гора. Гора трупов. Давайте возьмем бочонок и пойдем с вами. Кстати, смотрите, там на столе были свитки. Какие-то оккультистки. Видимо, здесь какой-то, я не знаю, клан в свое время был. А ну-ка, что, ну, что тут такое? Что это? Тебе уже не спасти. На, блин, получи. Ё-моё, поджаривай. Черт подери, что делать-то с ним, а? Дестройт, ну-ка иди сюда. Чё, ему пофиг, что ли? Ох, ё-моё, зарезал наконец. Нажмите Б, чтобы казнить. Ну это я понял, когда получается значок, это можно его казнить определенным способом. Так, ну что, ребят, продвигаемся с вами дальше. Дайте я валун возьму на всякий случай. То мне это совсем тут не нравится. Так, мы дальше идем куда-то вниз. Так, чекпоинт, отлично. Впереди кто-то ходит там. Ладно, а если мы вот, например, сюда зайдем, что тут будет у нас? Ничего. Пока я... Тихо, вот. Ё-моё. Ну вот как вот мне тут их по-тихому убить, а? Черт подери! Целая куча, да? Фак, ну... Да выйди ты с этой воды, еле двигаешься там. Так, с дробовиком. Один готов. Та, чмошники, а, застрелили. Давайте тогда начнем с чекпоинта. Да, нежданчик, конечно, это был для меня, если честно.
Как бы мне тебя по-тихому-то, а? Звездануть. Но если я его сейчас, например, шибану, будем надеяться, что никто меня не пропалит. Так, давай. Замечательно. Блин, замечательно. Один все-таки гад усек. А факел-то я могу же взять? Вот я буду с факелом лучше драться. Давай ты... Уходи, 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 Вася. Давай-ка вот здесь его подождем. Дробовик мне пригодится. Ну что ты не выходишь-то, олух? Потерял меня типа? Я в первый раз вижу, чтобы можно было блок делать против огнестрела. Но, по крайней мере, у меня дробовик уже есть, и это немножечко как-то, наверное, я надеюсь, облегчит наше прохождение. Сейчас я его еще бочкой попробую накрыть. Не вышло, к сожалению. Ну давай, выходи сюда. Стоял там, выжидал. Хрен тебе. Тихо, тихо, тихо. Вижу, вижу, вижу одного. Подождите, может быть здесь нам лучше пройти? Мы здесь, по-моему, с вами никуда не заходили. Так, давайте-ка вот сюда, наверное, с вами зайдем. Блять, пропалил как-то, а? Минус один. Минус два. И у меня один патрон. Замечательно просто, а? С одним патроном буду бегать, да, значит? Ну, одного-то я стопудово с собой заберу. Пистолет хотя бы дали, и то ладно. Ух, справились. Поехали дальше. Да, не зря называется игра «Руби и мочи», блин. Четыре патрона. Что ты тут стоишь, блин? Притулился, спрятался, типа, я его не вижу. А в этой винтовке сколько? 17. Давайте возьмем, наверное, винтовку. Так, здесь пока тихо. Ну что же, давайте, наверное, как-то, я не знаю, получится мне, интересно, со спины его убрать. Вполне, вполне сработало. А вот с этим уже будет, наверное, проблематичней. Пропалит же, да? Пропалил. Давай, давай, выходи. Да ладно тебе, что не добил-то? Я не знаю, что тут лучше, дробовик или вот эта вот винтовка. Вот так вот. Слушайте, это я, по-моему, пришел обратно, да? Надо нам идти вот сюда. Чекпоинт. Куда-то мы с вами добрались. Пока не пойму, куда. Ну вот этого я... Да ладно, блин! Давай, выходи. Готов? Готов. Ух! Я херею, блин. Что это за зеленые точки в воде, а? Хоть бы подхиливали бы меня. Энергии практически вообще на нуле. А спереди врагов меньше не становится. Будем ликвидировать этого чувачка как-то втихаря. Я не знаю, получится, нет? Сейчас подождем, когда он выйдет. И со спины попробуем его успеть накрыть. Готов. Стоит там, а? Так, ребят, и чё? А, я думал, тупик. Нет, не тупик.
Продолжаем. Отлично. Еще один чекпоинт. Хрен тебе. Орет, блин. Ёлки-палки. Один патрон. Бежит? Бежит. Блин, и он меня палит. Да куда ты застрял-то тут? Здорово просто, блин. Значит, он меня, блин, видит, а я его нет, блин. Стреляет куда-то там наугад. Хрен с ним, сейчас мы им отомстим. Так вот, блин. Следующий ты. Просто без разговоров. Так, погоди-ка, где это я тут оказался-то? Я немножко... Кто такие опять? Еще огнеметчик, что ли, там? Или мне показалось? Точно огнеметчик. На, блин, камнем. И опять мне придется с ним в рукопашку, да? Давай, 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 Вася, отбегай. А камнем, блин. Еще получи валуном. Только не загореться, главное. Ну! Так-то ему будет лучше. Хмырь. Что они тут рыскают? Что они ищут, а? Кто мне скажет, ребят? Готовченко. Ух, да, блин, напряженная, напряженная игра, блин. Тихо, тихо, тихо. А, заметил. Ладно, сейчас мы его здесь и казним. Ха-ха. Виси, отдыхай. Так, а тут у нас... Наверх, что ли, подъем какой-то? Нам пока это не надо. Мы здесь... Хотя, как ни крути, нам придется идти наверх. Крещение огнем. Чередуйте удары руками и ногами, чтобы создавать разные комбинации. Ух, ну что, ребят, давайте тогда на этом я закончу свой выпуск. И мы продолжим уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.